Всем привет! Сегодня у нас будет Honor 10i. Будет FRP, но не совсем FRP, так как FRP я уже снял с него. И, честно говоря, просто не хочется заново накатывать туда электронку, сбрасывать его и тратить на это время. Расскажу вкратце вообще, что да как. Телефон приобрели в магазине. Там же в магазине попросили его настроить. Им его настроили. Сделали аккаунт Google. Установили бесплатные приложения и благополучно отдали. После чего телефон маленько тормознул, его решили сбросить, как старые аппараты. И он у нас благополучно повис на ФРП. Тот человек уже в магазине не работает, естественно, и пароля мы уже не знаем. Будем сбрасывать, ну точнее я уже сбросил, буду рассказывать. Вообще в чем суть? Есть у нас прошивки, которые можно спокойно обойти, на которых ФРП. Но это не наш случай, так что придется нам его шить. Напоминаю, телефон у нас Honor 10i, именно i. Искал я везде видео по разблокировке, не нашел, поэтому снимаю. На 4 ПДА в теме аппарата имеются 3 версии прошивки, насколько я помню. И последняя версия у нас нумеруется в 260. Но нам она не подходит, так как на ней наш метод не работает. Поискав в интернете, я нашел прошивку, которая нумеруется 264, то есть 9.1.0.264. И вот эта прошивка нам уже сюда подходит. Скачиваем ее. Ссылку на скачивание я оставлять не буду. Кому надо, напишите в комментарии, я вам там отвечу и дам ссылку. И, естественно, с вас лайки, подписки. Ну, об этом говорить не надо уже. Приступим. Прошивку скачиваем, заливаем ее на флешку. Флешка должна быть не менее 8 гигабайт, потому что прошивки Huawei, Honor уже, они достаточно такие емкие. Поэтому 8 гигабайт и, естественно, 10 класс. Куда без него. Закидываем прошивку, папка DLL, по-моему, типа такого. Ну, там все в папках есть, в принципе, не запутаетесь. Прямо в корень все кидаете. Берете аппарат, естественно, заряженный. Естественно, проверяем документы у хозяина, потому что разблокировка краденных, найденных, ворованных аппаратов – это уголовное наказуемое деяние. Так что, привет, ты ж программист. Надеюсь, не обидишься. И приступим. Как вообще прошиваем? Зажимаем 3 клавиши, зажимаем, держим, бжик произошел, отпускаем power, держим громкости. После чего аппарат переходит на режим прошивки, держим, не отпускаем. Флешки там у меня нету, так что шить я его не буду, уже он прошитый. Попадаем в режим прошивки. Не знаю, как научный режим называется, но режим прошивки пусть он будет. И вот в этом моменте, когда если у вас флешка уже с прошивкой стоит, начинается прошивка аппарата. Сейчас у меня флешки нету там, поэтому он выкидывает мне ошибку. Мы перезапускаемся. Сейчас мы попадем. Если бы телефон был заблокирован, мы его попали опять на активацию телефона. И мы опять его дали и попали бы на ФРП. Сейчас телефон у нас запустится, и я покажу, что делать дальше после прошивки. То есть вы попадаете в прошивку, прошиваете его, он у вас включается, и сейчас покажу, что делать дальше. Не буду ставить паузу, стартует быстро. Мы его выключаем. Выключаем телефон. Так, он у нас выключился. Где-то секунды 3-4 ждем, потому что выключается он не сразу. И как бы требуется подождать. Далее нам нужен зарядник. Это просто зарядник, не в компьютер, никуда, просто в блок. И мы берем кнопка Power и кнопка громкости вверх. Берем кабель, вставляем его и зажимаем эти кнопки. Опять бжик произошел. Отпускаем кнопку Power и держим кнопку громкости вверх. Видео маленько затягивается, но уверяю вас, прошивка была бы намного дольше, так что лучше уж так.
Все, телефон у нас запустился. Видим, мы попали в режим e-recovery. После этого мы делаем Vape Factory Reset. Пишем сюда yes, потом подтверждаем и делаем сброс. Ну, все как обычно. То есть вы знаете, сбросили. И после чего, вот вместо вот этого пункта, shutdown, у нас появится пункт Safe Mode, то есть безопасный режим. Мы его нажимаем и держим 6 секунд. Обязательно 6 секунд держим. После чего телефон у нас выключается и запускается уже в разблокированном виде. Там дальше проходим в настройки. Там нет никаких аккаунтов. Делаем оттуда полный сброс аппарата. И телефон у нас разблокирован. Вот такой простой метод. Не забываем, что это уголовно наказуемое деяние. Так что обязательно проверяем документы. В данном случае все есть. И, ну, если, конечно, это не ваш аппарат. Вот такое было разблокировка. Напоминаю, идем в комментарии. Если что-то было непонятно, пишем в комментарии. Если нужна ссылка на прошивку 264, пишем в комментарии. Ставим лайки, подписываемся, естественно, на канал. И до новых встреч. Пока-пока.